все фотографии мы скачали. Теперь начнем действовать. Сначала понадобится киностудия и Photoshop. Шестой может CS6, может CS5, это любой. Такого не до второго. А третьей версии, да, любой там. Главное, чтобы новая была. Ну, во-первых, откроем Photoshop и киностудию. Так, у меня он просто немного сломанный и плохо работает. Мой вильнет, он вообще не работает. Ну, так, пускай назовем 1S. L, как один слайд. В принципе, все устраивает. Я вам советую устанавливать на английском и качать из торрентов, давно вам проверено. Вот так вот. Теперь будем заголовок. Без него не выйдет хорошо. Так, пишем. Вот мой писать. Что угодно. Ну, что угодно. Например, по-английски, как у меня. Ну, это что угодно. Ну, даже любое. Поучись немного в фотошопе. Все будет хорошо. Так, это у нас пускай будет. Это красным. Это зеленым. А синий, я пускай синим будет. Думаю, Тима пить. Он у нас синий, я обожаю. Ну, поехали. Мы сделали. Нажмем подтвердить. Вот наш текст. Я на нем мышку сейчас вложу. Давайте смотрите. Вот вид киностудии. Она может быть на английском. Но вам надо в панель управления зайти и там выбрать русификацию. Да, язык программы Windows Live. Ладно, ну, Lunchbox называется. Переведу сразу. Это бутербродница. Вот так вот. Хорошо. Воспользуемся переводчиком. Так, перевод. Сразу сказал. С украинской на английскую. Пишем. Давайте поставим на паузу, что вы тут не скучали. Ну вот я все набрал, копируем текст и вставляем. Ого, какой большой. Даже не выделим, сделаем маленький. Плохо видно. 30-й. Давайте сделаем так. Давай, главное, чтобы ее нанесли.
вот мы сделали текст, вы можете что угодно писать, как я уже сказал. Копировать фотографии. Воды немного сплющим след. Паску. На будет схемку. Схемку ничего, кстати. Не мучайтесь, будьте по одному копировать. Мне удобно сразу несколько. О, мой любимый сухарь. Сюда давайте его. Еще яблоко. И все. Так, тебя. И тебя надо ремонтировать брак волшебной палкой. Стрелять. Я спокойно удаляю. Все. Заметили разницу? Еще отлично. Будем держать. Колячку с этого делать. Ох. Что это тут? Тоже найти-ка. Так. Всё. Партия неудачных фоток. Раз. Ой. Чё? Лид. Ctrl-D. Тянем. Ну вот, вышло неплохо. Давайте подберем. У меня тут этих фонов, ну, вот смотрите, вот что.
вышло. Ну, работать в фотошопе для обыкновенного пользователя будет уже в следующем уроке. Потом я уже покажу, если успею. Вот смотрите, сейчас мы его сохраним. Нет, тиф, только тиф. Больше ни в какую. Оно сохранилось. Видите, как быстро. Теперь открываем нашу киностудию. Сейчас делаем название. Напишем название. Ой. Редактировать в киностудии несложно. Потому что практически как Word, только немного меньше. А так программка отличная. Очень хорошая. Я честно ее хвалю. Вот посмотрим. И шрифт большой. Телефон. Как будет моим любимым. О! Нравится. Так, так, о! Потом найдем. О, хорошо. Так, сейчас немного на вверх. Делаем так. Ну, смотрите. Как вам нравится. Потом подойдите еще музыку подобрать его. О! Хорошо вышло. Теперь тут ставим еще один заголовок. Только напишем «My Project». Исправить ошибочку. Сейчас цвет фона такой. Текст красный. И 52 размер. Там порошок. Какого-то там возмущения. Пускай пишет комментарий. Давайте посмотрим, что у нас вышло. Ну-ка. Неплохо. О. Тут слишком большая длительность. 3 секунды хватит. Тут тоже 3 секунды. Тут надо 25 секунд. Не 7, а 3. Ну, так сделали. Теперь сделаем. Немножко давайте переведем. Фут. И раз. Все быстро.
вот сюда. Ой, сейчас мы это тебе. Всем переход штурки. К этим мы поменяли. Давайте уберем. Ну, смотрим, что у нас вышло. Потому что ну, большой слишком экран. У него будет нормально. Мама, мама, иди сюда. Дальше я сегодня не выдумал. Продукты питания, которые я ем, или что? Ну, мы ежа в сундук. Ну, в сундук, в ланчбоксе. Дверь прикрой. Стоять все хорошо. Посмотрите. Что-то не так. Давайте конец сделаем. Вот. Enter. Этим словом. Спасибо. Ну вот, закончили. Переписываем. Файл назовем Майнкрафт. Сохраню его на флешку, потому что это очень забавно. Я не мог показывать. Ну, ждем. А наверное, наш урок уже кончается. А мы пока не пообщаемся.
меня есть моя электронная почта, я ее выдам в описании. Также мой скайп. Ну, не останьте больше ни один. Ну, всем удачи. Всем удачи. Пока. Нет, еще вам забыл сказать, как занять проекты. Это мой не мой фильм. Своим май. Кто самое, ну, будет позже. Пойду за видео. Много. Все. Мы сохранились. Скрылись. У меня там все. С вами был Андрей. Смотрите мои все видео уроки. Я желаю вам удачи. Пока.